Разнообразие стендов на Петербургском международном экономическом форуме поражает. Стенд Петербурга в этом году решили сделать максимально интерактивным. Здесь множество видеопанелей и зон дополненной реальности. Также широко представлены инвестиционные проекты. Петербург продолжит расширять границы. Один из новых городов-спутников появится совсем скоро, а к 2040 году его население составит 130 тысяч человек. Южный станет местом притяжения бизнеса и науки. В этом году начнется строительство главной части города ИТМО Хайд-парка. Вы видите на этом макете второй кампус университета ИТМО, зона прогрессивных производств. Мы говорим о том, что мы будем осуществлять синергию разработок, которые осуществляются в университете ИТМО, и коммерческой зоны, которая будет технологической зоной. Еще один проект – хирургический комплекс для проведения операций на мозге. Это первый образец в России. Новый аппарат позволит успешно помогать больным с онкологическими заболеваниями. То есть этот робот будет упрощать работу хирургов? Безусловно. Этот робот, считайте, как, во-первых, третья рука для хирурга, да, то есть заняв нужное положение, конечно, которое доктор определяет, только врач решает при планировании операции, что именно и как мы будем достигать. Но действительно, этот робот удерживает это положение столько, сколько это необходимо. А главное, он быстро меняет эти положения. 30-40 секунд, и смена целевой точки произошла. Поэтому то, что здесь на стенде представлено, это экспериментальный образец. Он был за 8 месяцев сделан быстро для пробирования идей. Петербург невозможно представить без культуры. На стенде презентовали успешный проект «Поющие мосты». Изначально у нас стояла задача обеспечить весь город хорошей инфраструктурой на случай чрезвычайных ситуаций. Но когда мы это успешно сделали, мы поняли, что неправильно будет не использовать существующие инфраструктуры и возможности для того, чтобы сделать наш город прекрасней, более привлекательным и для туристов, и более комфортным для жителей города. Уже в первый день Международный экономический форум принес Петербургу 100 миллиардов рублей инвестиций.